главный номер всех кабаре мира. Многие до сих пор спорят, что появилось раньше. Кабаре или этот номер? Собственно, переводится он с французского очень просто. Кря-кря. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Изюминкой считается тот факт, что публика, не переставая, аплодирует 7 минут подряд. Бесконечная игра. Кто кого? Зритель или артисты? Прямо сейчас мы увидим, кто победит в этой знаменитейшей схватке таланта. Дорогие друзья, приготовились? Оп. Кан-кан! We'll be right back.
Дамы и господа, леди и джентльмены, поприветствуйте артистов шоу «Французский поцелуй». Французский поцелуй – это модный балет без Элизу Санкт-Петербург. Голос вечера. Обворожительная Тамара Юрченко. Вечер провел самый высокий ведущий Санкт-Петербурга Журавлев Сергей. Дорогие друзья, и нам очень хочется разделить вместе с вами один важный момент. Видите ли, мы очень любим праздновать вместе с публикой день рождения наших артистов. И у одной из них буквально вчера был день рождения. Румия, поприветствуйте, а я... С днем рождения! Все в вашу честь! Дорогие друзья, мы приглашаем вас каждую пятницу в театральный центр на Коломенской на программу «Кабаре Баттерфлай». Ну и напоследок, как говорят все петербуржцы этой весной, смотрите, не поскользнитесь. Счастливо! Всем спасибо! До скорых встреч!